Фестиваль «Дорога на Ялту» объединяет друзей, музыкантов, единомышленников в этом году в Москве. Это конкурс для зарубежных исполнителей, которые поют военные песни. В финале 15 человек. Символично, что поселилась команда в гостинице «Космос». Ведь если посмотреть на нашу Землю из космического пространства, на все страны-участницы, от Эквадора до Кореи, то мы увидим, что к международному конкурсу присоединилось больше, чем полмира. Первая встреча, знакомство участников и организаторов. Иран, Сербия, Индия, Турция, Израиль, Республика Корея, Испания, Аргентина, Сирия, Нигерия, Бразилия и Франция, Италия, Китай, Эквадор и, конечно, Россия. Это география 4-го международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту». Дорогие друзья, я вам хочу сказать, что вы уже герои, потому что в наше непростое время сумели добраться до Москвы. I want to guarantee you, and I hope so, that you will remember this beautiful, friendly time in Moscow. Мы слышали те композиции, которые вы прислали в вашем исполнении. Все они невероятно профессиональны. И мы с коллегами очень рады, что мы не члены жюри, потому что мы бы не могли сделать это. Спасибо вам за ваш талант. Thank you for your talent. В полуфинале участники будут исполнять советские военные песни на своих родных языках, а в финале к ним присоединятся и российские артисты. Уже в четвертый раз большой музыкальный праздник создает неизменная профессиональная команда. Главный режиссер, а также основатель и руководитель российского музыкального проекта «Опера для всех» Полина Бертен. За музыкальную составляющую отвечает композитор и дирижер Ли Отто, она же художественный руководитель музыкального коллектива «Отто Оркестра». Я очень рада, что в этом году мы собрались здесь, с вами, в Москве. И я хочу заверить вас, что нам с вами предстоит увлекательное творческое путешествие, в котором все ваши таланты раскроются максимальным образом. Я вам это гарантирую. В жюри известные музыканты России, председатель Лев Лещенко. Но перед тем, как конкурсанты выйдут на сцену, репетиции. Много репетиций с хореографами, режиссерами и отдельно с оркестром. В этой девушке живет огонь и пламенная страсть. Памела Магали Гарота Фернандес родилась в Буэнос-Айресе. Несколько лет жила в Мексике, сейчас ее дом – Мадрид. Уже более 20 лет вся жизнь Памелы связана с музыкой, танго и фламенко. Это потрясающий опыт. Я первый раз в России, в Москве. Люди очень дружелюбные, и это такое удовольствие петь вместе с 15 певцами мира. Это невероятный опыт для меня, и я хочу еще больше учиться. Памела любит разучивать новые танцевальные движения и слова на иностранных языках. Hola, ¿cómo estás? Hola, это привет. Привет? Привет. Hola, это hola. Hola. Какие языки мы сейчас это учили все вместе? Арабский, русский, испанский. Арабский, русский, испанский. Азы испанского сейчас постигает жгучая брюнетка из Сирии. Бушра Махфуд – профессиональная певица. В своей стране она пела на сцене Национального оперного театра. Часто выступает с концертами в странах Ближнего Востока. Немного знает русский язык. Не школа, с друзьями. И, может быть, YouTube или учитель с, я не знаю, как называется по-русски, teacher. Учитель. Учитель, да. В финале песню «Где же вы теперь, друзья-однополчане», написанную в 1947 году, Бушра исполнит с Игорем Корниловым. Аккомпанировать всем исполнителям будет симфонический оркестр. Он родился во Франции в Международный день мира и уже десятки лет несет светлую миссию семейных и гуманистических ценностей и традиций. Гайом Рад знаменит не только в своей стране. 7 лет он выступает и на российской сцене. Неоднократно принимал участие в международном движении «Бессмертный полк» в память о своей бабушке, которая прошла тяготы войны. Она же привила своему внуку любовь к русской культуре. Когда я был ребенком, мне было 12, моя бабушка разговаривала со мной о поэзии, в том числе и о Пушкине. И когда я позже начал изучать театр, в
школе я читал Константина Симонова, Станиславского, который писал о работе актера. И у меня от этого хорошее чувство. Многое там было похоже на меня. Гийом считает, что хоть и родился во Франции, но душа у него русская, романтичный и загадочный. Вместе с певицей Юлианой Рогачевой он исполнит песню «Случайный вальс». Soyons amis, chantons la vie. Il faut que je réapprenne à valser. Ne m'en voulez pas trop, je vous prie. Президент фестиваля «Дорога на Ялту» Андрей Кондрашов убежден, что, несмотря на то, что сегодня есть те, кто пытается вычеркнуть русскую культуру, в мире остается много здравомыслящих людей. Мне кажется, что чем абсурднее будут меры, принимаемые в отношении России, в отношении русских, в отношении русской культуры, тем больше людей будут оставаться идейно и мысленно с нами. Ну, потому что, слушайте, ну как можно запретить Достоевского? Как можно запретить концерты Чайковского? А ведь запрещают. Они дошли до того, что запрещают и выбрасывают из наследия ЮНЕСКО дуб Тургенева. А чем абсурднее дальше это будет наблюдаться, тем мы поймем, что с нами просто трезвомыслящих людей больше и больше. И вот люди это доказали. Любовь к музыке, общие ценности и общая история. Самая юная участница фестиваля Айлин Ешельсев представляет Турцию. Ее отец родом из солнечной страны, мама русская. Песню «Вечер на рейде» девушка посвящает своему дедушке, который в годы Великой Отечественной войны служил в Севастополе. Его звали деда Леня. Он разминировал на корабле мины. Вот, и выполнял особо важные приказы. Это песня про морской флот. Мой дедушка был капитаном на корабле, и поэтому я хочу посвятить эту песню ему. Бокал севдим шехир чекиорус денизе сабах эркенден сахилде саланыр. Танадык мави бир мендил. Споем веселее, нам подпоем седой боевой капитан. Партнер Айлин Владимир Левкин, он выйдет на сцену в финале. Твой дорогой любимый, стоим рядышком, да? Можно немножечко и рукой прощай, любимый город. Чуть-чуть можешь назад отойти, теперь ваша очередь ее послушать. Вот. Точно передать чувства и эмоции на сцене артистам помогают режиссеры и хореографы. Большая команда профессионалов. Они работают с вокалистами индивидуально и ставят большие общие номера. А этот, поберегите связки вокалиста, пожалуйста. Рикардо, автор Рикардо, ли, а, парит, автор ли. You and Usha, this is not stop, this is like machine. Ничего не случится. Не случится. И все вместе готовят очень много приятных сюрпризов зрителям фестиваля «Дорога на Ялту».